Два года назад Евразийский экономический форум стартовал как мероприятие для повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований области. Именно на территории и их деловую активность – главный акцент. Это вот то мелкое, самое главное, с чего начинается, как в песне, да? Здесь не кончается Россия, здесь начинается она. Здесь и начинается с новой экономики. Оренбуржье – сердце Евразии. Под таким слоганом проходит этот форум. И, как и положено сердцу, оно должно биться. И чем активнее и стабильнее этот стук, тем лучше самочувствие. И у области есть все шансы оправдать столь громкое сравнение. Всех инвестиций на 2014 год сегодня уже просматривается порядка 200 миллиардов рублей. По сравнению с 2012 годом было 150 миллиардов. Так что же привезли в этом году районы области? У каждой территории свои плюсы и минусы, как и взгляды на развитие потенциала. Арматура, та, которая не металлическая, а пластиковая, впервые в прошлом году ее показали. И будем так говорить, на сегодня спрос у альтернативы появился. Спрашивают сетевые магазины, легкие конструкции, где металл неприемлемый, а нужна легкая конструкция. Поэтому на сегодня есть контракты, есть спрос, причем из-за пределов Оренбургской области. Надеемся, что эта выставка еще один толчок даст. Мы получаем грязную картошку. Мы не можем довести пшеницу до элиты. Мы не можем вывести на рынок и в большие продовольственные комплексы ту продукцию, которая есть у нас. Поэтому сейчас стоит вопрос по переработке. Прямо здесь, на территории выставки, губернатор подписал соглашение о партнерстве с инвестиционной компанией, планирующей в ближайшие годы возвести в Бузулуке жилой микрорайон. Примерно объем инвестиций более 15 миллиардов рублей. Есть примеры удачного жилищного строительства и в непосредственной близости от областного центра. Таким образом, разговоры о государственно-частном партнерстве перестают быть только разговорами. Поселок выходит уже, последняя стадия осталась, выходит на уровень, когда надо решать социальные проблемы. Мы, со своей стороны, готовы выделить земельные участки, сделать проекты, вложить определенную часть денежных средств, но остальное на условиях государственно-частного партнерства. Себя показать и на других посмотреть – этот принцип любой выставки уместен и для Евразийского экономического форума. Собравшись под одной крышей разные территории области, воочию могут посмотреть, что творится по соседству. Нам очень интересно пообщаться с другими территориями, с другими инвестпроектами, посмотреть на них, потому что мы готовы всегда учиться, перенимать что-то очень интересное в то же время. И мы надеемся, что инвесторы, которые увидят наши проекты, тоже будут приходить в город Оренбург. Форум продлится 2 дня, в течение которых обсудят все аспекты государственно-частного партнерства на самых разных его уровнях – на федеральном, региональном и муниципальном. А принятые здесь решения наверняка скажутся на экономике и социальной сфере, а значит и качестве жизни нас с вами. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.